Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как вырезать кусок из видео при помощи программы Sony Vegas Pro. Итак, открываем наш Sony Vegas. Это 13-я версия. Загружаем нужное нам видео. Да, видео загрузили. Так, уберем звук, чтобы он не мешал нам. И ставим в нужном нам месте вот этот ползунок. И просто элементарно кликаем в английской раскладке клавиатуры на английскую букву S. Вот мы видим, видео отрезалось. Теперь мы ставим во втором нужном месте и опять кликаем на S. Вот мы видим, видео у нас порезано. Теперь направляем курсор мыши на ненужный нам кусок, кликаем левой кнопкой мыши и удаляем. Удалить. Как мы видим, ненужный нам кусок исчез. Теперь берем просто и монтируем. Можем, чтобы было более красиво, сделать плавный переход и немножко наехать. Одним кусочком ведем на другой. Вот у нас получится такой вот переход. Теперь смотрим, что у нас получилось. Вот идет наше видео. И мы видим красивый плавный переход. Это было все. Спасибо за внимание. До свидания.